Сын, возможно, это прозвучит странно, но я открою тебе секрет. Мужчины в нашей семье умеют путешествовать во времени. Ого! Тим, намажешь мне спину? А, нет! Так, стоп! И каким образом? В темном месте вспомни события, которые надо изменить, и ты уже там. Тим, намажешь мне спину? Классно. Я ас в этом. Ну, что думаешь? Будет здорово, если это поможет мне познакомиться с девушкой. Надо же. Грандиозно. Я Тим. Мэри. Мою маму зовут Мэри. Я напоминаю тебе маму? Наверное, мне стоит думать, прежде чем говорить. Если бы ты мог менять прошлое. Я Тим. Мэри. Прекрасные глаза. И все лицо тоже. Даже не представляю, что ждет меня ниже. Стала бы твоя жизнь идеальной. Я сейчас пойду в спальню и надену новую пижаму. А через минуту ты сможешь прийти и снять ее. Обещаю, в следующий раз будет лучше. Вот это да. Ничего себе. Не у всех так получается в первый раз. Любители. Это Мэри. Боже, да ты красавица. Нет, просто много туши и губной помады. Посмотрим-ка. О, да. Супер. Но пользуйся этим даром осторожно. Эффект бабочки может привести к настоящей катастрофе. Я так соскучился. Мы никогда не встречались. А, нет. Все, что случилось до вчерашнего дня, исчезло. Точно так же, как и для других. Что ты собираешься делать? Не знаю. Используй свой дар только, когда можешь изменить жизнь к лучшему. Сын. Отец. Мы ведь еще увидимся. Увидимся. От этого зависит моя жизнь. Как бы драматично это ни звучало... Ты не можешь убить Гитлера или переспать с Еленой Троянской, к сожалению. Бойфренд из будущего. А мы раньше это не обсуждали? Смотрите в кинотеатрах.